Не прав. А это Бюргершток, ну это замечательное место. А что о нем говорить? Надо сюда поехать и там побыть месячишко другой. Вы знаете, у Бетховена очень много вот этого альпийского. Альпийские рога, тирольская, правда, сторона. Но все равно, те же самые Альпы, примерно тот же самый принцип. Ощущение природы, пространства. Горное, да. Я горы обожаю. Чайковский не любил горы. Окаменевшие конвульсии природы, он говорит. Конвульсии ему чудились. По-моему, красиво. Конвульсии, не конвульсии. Вас можно назвать человеком севера. Вы ведь родились в Архангельске. Так случилось, да. Это случай, но он отпечатался основательно, как я понимаю. Да, терпеть не могу холод. А Сибелиуса? Сибелиуса я обожаю, но это не только холод. Дело в том, что природа в Финляндии и Швеции столько богатая. Там, конечно, холодно, но вот передает не столько холод эта музыка, сколько вот эту мощь. Сибирь – это больше озер и леса вот эти громадные сосны. Вот это я действительно очень люблю. Вот я не люблю холод. Мама, она уникальный человек. Я не могу отделаться от того чувства, что я не чувствую, что она моя мама. Мне кажется, она значительно моложе меня. Ваша мама пианистка.
Она давала вам первые уроки? Она мне уроков не давала никогда, с одной стороны. С другой стороны, она мне уроки дает каждый день, включая сегодняшний. Это было во время войны. У меня умерла мама. Папа был репрессирован. Он тоже умер уже давно. Я осталась одна с тетей. И поэтому, а у нее сын архангельский был. Он был военный, хотя человек вообще искусство. Он танцевал в балете и занимался синей блузой. И вот они меня увезли в Архангельск. Так что я случайно там оказалась. Папе рассказать. Это был прекрасный музыкант. Он играл на готово-выбранном баяне. И всю свою жизнь он, собственно, отдал этому инструменту и музыке. В свое время он пешком, по-моему, пошел из своего родного села под Костромой. Деревни даже. В город Ярославль, довольно далеко. Для того, чтобы учиться музыке, играть вот на этом инструменте. Я, собственно говоря, вырос под звуки этого баяна отцовского. Отец занимался дома, занимался регулярно, он играл сольные концерты. Чикона Баха для него была каким-то особым сочинением, где он видел какой-то особый глубокий смысл жизни человеческой. Это произведение постоянно переходило из его сольных концертов, я постоянно это сочинение слышал. Он все время его играл, штудировал, менял, изучал. Человек он был необыкновенно скромный. Даже где-то, может быть, излишне скромный, застенчивый такой, стеснительный. Но талант у него был настоящий. Каждая пьеса, которую он играл, была для него чем-то очень дорогим. И мой папа был приглашен в Казань с целью открыть в Казани кафедру народных инструментов. И мы всей семьей переехали в Казань, где пробыли 13 лет.
раньше началась музыка с пеленок. У меня есть книжка, я записывала, знаете, такие были книжечки, «Наш ребенок» назывался, раньше продавали их такие альбомчики с фотографией. Ну и что ж, там вес ребенка, когда родился, цвет волос и так далее. И я-то стала все записывать. И записывала некоторое время. И вот там у меня уже запись, что с 9 месяцев он уже немножко реагировал на музыкальное звучание. Жили же не богат, конечно. Мы так не могли ничего приобрести, что-то особого. И когда, наконец, можно было как-то достать инструмент, вот он уже поступил в школу, и вот через месяц у него появился инструмент. Мы жили в классах, и музыка была все время в консерватории. Он же ходил по всем, по коридорам консерватории в Казани, я все помню, да, ты мог зайти в любой класс. Он заходил на репетицию оркестра. Гений обязан культивировать в себе осла. Без постоянной работы, без ослиного упрямства, упорства, как хотите, да, постоянного работы над своим предметом, видимо, какие-то большие достижения в искусстве невозможны. Уважая, плакала, волновалась постоянно. И мы, такие наивные люди всегда были и остались почти. Что приедем, пока будем жить под Москвой, потом Москву, но постепенно так все поменяем. У нас была квартира все-таки двухкомнатная, и вот думаю, все это так легко. Ну, поменяли мы на Подмосковье. И когда мы познакомились с ситуацией, мы поняли, что тут... А вы даже думать нечего о Москве.
все мои педагоги, они принадлежали к игумновской школе. Что такое игумновская школа? Это школа, которая по существу происходит от Бетховена, правильно? У него учился Карл Черни, как вы знаете, у которого учился Лист. У Листа учился Зилотти. В Зилотти учился игумнов. Флиер учился у игумнова. У игумнова учился и Тимакин, который был его даже ассистентом в классе. Знаете, это потрясающий человек, Евгений Михайлович Тимакин. Он говорил просто, но говорил то, что как-то сразу казалось именно истинным. Звук рождается здесь, в кончике пальца, как цветок, который растет на конце растения всегда. Есть люди, которые вечные ученики, например, которые стремятся чему-то постоянно научиться. А есть люди, скажем, которые относятся к категории учителей, как, скажем, гуру в Индии и так далее. Кто-то вот учитель, а вот это ученик, понимаете? Вот. И, на мой взгляд, Тимакин принадлежит именно к категории учителей. Потому что я продолжаю у него учиться и по сей день. Смысл, великий смысл его школы заключался в том, что первое движение, которое делает пианист, то, что он буквально, как он играет простейший какой-то момент, какое-то будет иметь предложение в его дальнейшем развитии, и вот тот же самый элемент будет применен и в сложнейших вещах. То есть развитие принципа из самого примитивного и простейшего до самого сложнейшего. Поэтому все, кто у него занимался, получили в подарок свободу игры на этом инструменте. Ну,
свой вечный двигатель. Я не мастерил. Нет, я что мастерил? Как его смастеришь-то? Ну как, чертежи были? Ну, были, наверное, какая-то. Это было давно. Я уже не помню. Давно, но самое интересное время. Да, мне приходилось разные чертежи. Мне нравилось чертить какие-то, выдумывать машины. Не только не машину времени, ее непонятно, как начертить. Ну вот вечный двигатель, была идея, парочку идей. Ну какие-то вот мне нравились тоже пытаться создать какие-то машины для облегчения труда. Ну то есть вот формально никакого гиперболоида не существовало? Гиперболоид мне очень нравилась тоже эта книга, моя любимая книга. Я не очень понимал, как он устроен, но там есть чертеж в этой книге, вы знаете, да, я ее изучал. Откуда вы знаете? Да-да, гиперболоид, я помню. Действительно, это меня увлекало, помню. Были поползновения создавать какие-то чертежи. Нет, меня интересует математика, не столько математика, сколько, наверное, физика в определенном смысле. Вот эти вот попытки найти общую теорию физики эйнштейновской и вот квантовой механики слить воедино, пока это никому не удавалось. Даже Эйнштейн сказал, в конце концов, отчаявшись, что Бог разделил, вероятно, человеку не в состоянии соединить. Thank you.
Я вообще думаю немного. Знаете, от того, что человек много думает, у него появляются морщины, головная боль. Это точно. Явные признаки старения на лицо. Лысина, например. Это надо прекращать. Ни к чему это. Да. Я думаю, что люди такой одаренности, как Чайковский и Бетховен, не могли не чувствовать свое предназначение. И именно этим отчасти мне как объясняется и то, что Бетховен в самый тяжелый момент своей жизни, когда он писал Хайлигенштанское завещание, желая покончить, свести счеты с жизнью, он все-таки не принял этого рокового решения. Остался жить дальше, он знал, что его ждет. Понимаете, Шопен, да, но Шопен был больной человек, в принципе, понимаете. Он уже, представьте себе, с раннего возраста вам ставят диагноз, как, такой, как чахотка, собственно говоря. Туберкулез, та болезнь, которая свела его в могилу. Это Майорка, это постоянная кашель. Можете себе представить, когда вы уезжаете с семьей на Майорку, предположим, то все жители вас сторонятся, отбегают от вас на... как от источника заразы. Он не мог выйти, и постоянное нарекание, что сейчас он привезет, всех тут заразит и так далее, потому что он кашлял кровью. А сколько ему было лет? 28 лет. Майорка, наверное, то первый раз отчетливо понял, где ты действительно уже оказался в своих ощущениях в том мире, уже в ином, что называется. Он уже абстрагировался от этого мира. Я был на Майорке. Это маленькая келья такая сырая, со сводами, с тяжелого камня, где была комната Шопена. Семья возвратилась, увидела его сидящим за роялем, он на них посмотрел и сказал им такую фразу. «Я так и думал, что вы уже все умерли». То есть, когда он писал эти прелюдии, он уже где-то
видимо, физически уже подбирался вот к этому уровню запредельному, жизненному. Так что это сочинение не просто романтическое, оно, конечно, трагическое сочинение. Но потом он переломил это каким-то образом. Вы знаете, переломить на самом деле невозможно. Эта боль всегда в нем оставалась и после этого. Время вот этих всех полонезов блестящих, более, ну, каких-то вот таких веселых танцев, оно, в общем-то, прошло. Это все осталось в молодости. Я просто слежу за всем, что со мной происходит, несколько удивляюсь. Я примерно смотрю на все так, как смотрит колесо автомобиля на то, что им предстоит переехать. Вот куда попал? Надо же, в какую-то глину заехали. Ну что, вы тормозите или объезжаете? Я не торможу. Колесо, как его повернут, так оно идет. Я чувствую, что мной, видимо, что-то, какая-то другая сила мной поворачивает. Само колесо не в состоянии повернуться. Даже если оно хочет, все равно потом-то не получится. Получится что-то другое, что уже было предопределено. Предопределено? Тем, кто сидит за рулем. Нет, я бы не сказала, что это так. Он не судьбе подчиняется, а может, это его судьба такая. Но она идет ему все время навстречу. Значит, когда вы в детстве мастерили свои игрушки, музыкальные инструменты, колесо было уже пущено? Я думаю, да. Меня никто это не заставлял делать. И сейчас это никто ничего не заставляет делать. Но все идет именно так, как, вот, видимо, и должно было идти. Все попытки отклонения в сторону, все равно скатывание в ту жёлобу приводили опять к направлению первоначальному. Я думаю, что насиловать судьбу не стоит. Как говорили древние индейцы, не совершает греха тот, кто следует собственной натуре. Главное понять, в чем она заключается.
Первая премия присуждена Михаилу Плетневу, студенту Московской консерватории. Я сейчас учусь на 4-м курсе Московской государственной консерватории в классе профессора Якова Владимировича Флиера. Для меня большое счастье учиться у такого замечательного педагога, такого музыканта. Основной творческой задачей, я считаю, начало подготовки к конкурсу имени Чайковского. А Флиер для меня был, ну, это же была влюблена. Флиера. Флиер молодой? Да. Нет, который видно на фотографии. Дело в том, что он проездом был в Вологде после конкурса. Играл у нас. Представляете себе? И мы там в оркестре сидели и слушали. Да. И он для меня стал кумиром во всем. Я его портрет вырезала из газеты и хранила его всю жизнь. Ну, не всю жизнь, а вот до того момента, пока Миша не поступил, и мне стал лауреатом. И тут я уже этот портрет рассказала его жене, всю эту историю, и этот портрет отдала. Однажды на уроке с Яковом Владимировичем этому уроку было суждено стать последним. Яков Владимирович достал вдруг старые ноты, переписанные, переплетенные каким-то букинистом, по всей видимости, и показал мне их. Это была испанская фантазия Листа. Я взглянул в эти ноты и увидел произведение чудовищной сложности. Яков Владимирович сказал, я это произведение играл с большим успехом, помнится. И тут глаза его, знаете, загорелись так памятно, как памятно многим ученикам Якова Владимировича. И потом он глянул на меня и сказал, а вот хорошо бы тебе сыграть эту пьеску. Знаете, что интересно было? На концерте Чайковского, на последнем концерте конкурса, он должен был выступать, да? И нужен был фраг. Вот тут мы начали искать фраг, какой-то фраг нам дали, а потом, значит, нам дал старый фраг Флиер. Миша одел. И выглядел неплохо. И самое интересное, когда он вышел на сцену, мне казалось, что он всегда носил этот фраг. Номер 38, Чайковского он вообще сочинял, понимаете, кто-то в какой-то, по-моему, из Казахстана. Ему попросили подправить партитуру Евгения Онегина для балета. И он во время конкурса этим занимался. Да, и футбол он играл.
Вы понимаете, музыка для него была органична, как дыхание. Я смотрю на свою пленку какой-то, да, я даже не узнаю, что это я, потому что мне совершенно непонятно, что это, кто это человек. Видимо, чем больше вдумываешься в те проблемы, то, чем мы живем, тем больше приходит каких-то мыслей нерадостных. Я смутно помню, что что-то подобное вроде бы я когда-то делал, но все, что я вижу, мне становится как чужое какое-то. Как будто это был другой человек, он уже умер. Если мне будет позволено процитировать Экклезиаста, то там сказано, что много мудрости, много печали, умножающий познание умножает скорбь. Нет, я даже смотрю на себя с любопытством, что это такое же за тип такой, что это он такое делает, смешно как-то все это. Ваш папа дожил до вашей победы на конкурсе? Да, конечно. Он дожил до моей победы. Но, правда, после этого он прожил не очень долго. Хотя он уже, в общем-то, видел, что не зря он на меня надеялся. В то время, когда он умер, я уже ездил за границу с гастролями.
почему-то принято считать, что вот исполнители, на какие-то дирижеры, это какие-то умные люди, которым есть что сказать. Как правило, совершенно глупейшие люди. А люди, которые довольно бездарны вот, в плане исполнения, в плане чего, от них вы услышите такие интереснейшие вещи, как правило, как ни от кого другого. Но они готовятся. Они готовятся, наверное, да. А исполнители даже, наверное, как правило, разочарование вызывают, потому что они действительно что-то могут такое схватить, что в воздухе витает, у них есть такая способность. Но осознать, сделать из этого теорию, кажется, есть критики и аналитики, которые очень умные люди, они знают много умных слов и умеют очень складно писать. Есть исполнители, которые иногда неплохо играют, но коряво выражают свои мысли, да и мысли такого качества, лучше было их не выражать вовсе. Так что больше снимайте природу.